Мы продолжаем проходить замечательную игру The Last of Us. Вот это будет уже седьмая часть. Мы дошли до какого-то чудесного места. Вчера повоевали. Вот. И сегодня пойдем дальше к мосту. Прошли через отель, убили кучу людей, упали в шахту лифта, выбрались через воду. В общем, все было весело и хорошо. Мы продолжаем. Здесь я везде уже был. Можем, кстати, по-быстрому еще пробежаться. Ну, я, по-моему, вчера тут все собрал. Я помню, тут везде трупики всякие. Вот что-то, за что можно. Ну, можно собрать что-нибудь. Молотов два. Молотов. Давайте один молотов собрать. Молотов не бывает лишним. Бомба. Нет. Слушайте, мне вот эти два мои бомбы, я ими не пользуюсь на самом деле. Так, это он, кстати, что-нибудь качнуть. 25. Скорость создания предметов мне не нужна. Я их обычно создаю в тишине и покое. Так, здесь тоже ничего интересного не было. Нет надежды, написано на стене. Ну, естественно, конечно, нет. По-моему, мы спрыгнули отсюда откуда-то. Что-то в этом роде. А, здесь мы воевали с мужиками разными. Но, собственно, ничего больше нету. Да, я отсюда мы пришли. Я так, чтобы проверить, что ничего не забыл. Вот с этого грузовика мы слезли. Кстати, обратно вернуться нельзя, наверное. Да, обратно вернуться не получится. Ну все тогда. Идем дальше. Всем привет на Твиче и в каких других местах. На гудгейме. Так, через этот дом я сейчас пройду прямо туда, куда мне надо. Не, я, по-моему, вчера все собрал. Ну ладно. Так, мы сейчас слезаем. Там направо. Она уже залезла, что ли, туда? Вон он, мост, к которому мы идем. Осталось совсем немного. Скоро придем. Да, скоро придем. Вот на этом вчера все и закончилось. Соответственно, что, слезаем? Я так понимаю, обратно потом не вернется. Да ладно. Так. Здесь как обычно. Блин, сейчас, сори, опять Twitch поменял мне название стрима. В смысле, не сейчас Sony PlayStation. Он когда делает его... Одни из нас ТМ, меня вообще не найти в поиск. На Твиче.
Поэтому так. Я подозреваю, что нам туда по дороге. Ой, опять я путаю кнопки. Это мое хобби. Треугольник вверху, прямоугольник сбоку. Как мне его выучить? Уже не знаю, пятый день пошел игры. Давай свернем в переулок. А где она? Главное, не высовывайся. Что, звук странный. А девочка-то где? Так, приехал какой-то чудо-джип. Есть окно, в которое можно войти. Машина и люди. Три человека. Да, здесь ничего нет. Блин, а где она? Что-то забаговало, и девочки нет. Ну ладно. Надо было оставить тебя подышать. Так, он стоит спиной. Наверное, мы даже сможем его. Так, черга это хорошо, конечно, но не в этот раз. Так, они в доме. Здесь больше никого нет. Там мужик с ружьем. Самое опасное. Нет? Да, конечно. Ты верный? Ну да. Ты что, не сказал?
Я же сказал, пойду грамот. Ты же не сказал, что в этот пас попасть? А во что? Не знаю. Сейчас, погоди. Насилие. Забрать надо как-то. Я вот не знаю, там пушка вертится, она меня запалит или нет. Я думаю, когда отвернется, нет? Просто двоих я уже убил. Я, кстати, недалеко прошел, я только двоих убил и все. А вон труп, заметил. Кстати. Ход был последний. Ну да, он был последний, осталась машина. Не знаю, я первый раз ее вижу. Может быть. Еще девочка пропала после перезагрузки. Ну, после загрузки игры, как бы. Я с ней разговариваю, но ее что-то не вижу. Я думаю, может... Ай! Из пулеметной башни, беги! Вот я что-то не кричу. Так, а может быть я могу в пулеметную башню какую-нибудь стрельнуть? А, вон там окошко. Ну-ка. Там, походу, какой-то чувак. Вот так, сейчас. И у меня нет патронов для винтовки. Ладно. Ну, у меня так, кажется, ничего не болеет. Подожди, пока он отверстие чит. Так он не отворачивается, видишь? Обойдите автомат. Ладно, ладно, говорите с ним советом. Сейчас мы обойдем активу. Да я хочу посмотреть. Вот он. Видишь? Прости, выпор нам, подойдем, там увидим. Возможно. Может, в него гранату кинуть? Так, и что мне с ним делать? Не, там какие-то две полоски, там не чувак. Попробуем. Сейчас попробуем кинуть ему гранату. Ну, нормально, что? Идется. О, появилось. А, и все по новой, да? Ладно. Ну, не знаю, два. А
Так, надо как-то вот этого мужика с ружьем забрать. Остальные простые. Так. У нас потери! Второго убили. Третьего, точнее. Из чего они по нам палят? Видимо, из пулеметной башни. Совет обойти автомобиль, конечно, хороший. Просто в том, куда его обойти. Yeah.
какая, там еще один чел был, оказывается. Похоже, эту тачку нельзя победить. Вроде больше нету. Thank you.
какая-то дверь. Ладно. Офигеть! Что тут делаешь? Как эту тачку-то надо было убивать, непонятно. Так, тут все прятались, все заставлено, ничего не понятно. Походу машину убить нельзя, наверное, да? Мне надо от нее бегать. Так, тут ничего нету, да? Ладно. Где она? Она прямо снизу стоит, и у меня... А, у меня есть... Элли, прикрой! Живо! Блин, а вот она сейчас увидит меня на этой лестнице. И как быть? Надо попробовать кинуть. Кажется, оторвались. Чё ты не хочешь идти? Там же вон вход есть. Так нечестно. Как туда попасть? Очень странная комната. Как в нее попасть? О! И я не могу вылезти обратно, да? Ладно. Вроде никого нет.
ножницы, все остальное. О, черт! Блин. Спокойно. Нас не видят. Ну да. По идее, сейчас мы должны просто спрятаться и все. Ну давай ты. Твою раню. Ах ты ж. Джоэл! Стой! Стой! Джоэл, стой! Смотри! Убери руки! Все, все. Успокойся. Не стреляй. Они нас не тронут. Убери пистолет. Мальчик какой-то появился. Вот это поворот. Как же больно ты бьешь. Ну, я же убить пытался. Я сперва подумал, что ты из этих. И тут она. А эти с детьми возиться не будут. Выживает сильнейший. У тебя кровь. А, фигня. Я Генри. Он Сэм. Ну, а ты, как я понял, Джоэл? Элли. И сколько с вами? Все умерли. Эй, может, еще и нет. Нас было много. Но пришла гениальная идея зайти в город за припасами. Нарвались на этих выродков. Пришлось валить. Тут уж не до припасов, сам понимаешь. Можем пойти вместе? Элли. Но вместе же безопасней. Она права. Так безопасней. У нас тут логово в надежном месте. Там и поговорим спокойно. Ладно, ведите. За мной. Подождите, подождите. Извини, вот сейчас что так вышло с пушкой. Ничего. Я бы, наверное, так же сделала. Ты откуда? Из самого Харфорда. Правда? Говорят, там было хреново. Войска ушли, а за ними и мы. Сейчас сам. Наверное, тоже шли здесь. Блин, я вот пока шарюсь, не слышу их разговоров. Я же не могу не поискать тут всякого нужного. Слушай, это какая-то детская комната. Коктейли Молотова улучшенные. Радиус поражения увеличивается в 1.5 раза. Справочник по коктейлю Молотова Дом-1. Повышение эффективности зажигательных бомб. Надежность и эффективность любого зажигательного устройства во многом зависит от его конструкции. Прикольно. Наши Молотовы теперь еще более Молотовы. Я так понимаю, что все. Осторожней. Рядом их наблюдательный пост. И мы такие, без палева. Вот так. Круто. Вы со мной не пойдете? Ну, как хотите. Ништяков-то мало не бывает. Таблеточки. Ножик надо сделать прям сразу. Так, не та кнопка. Кнопка. Так, можно.
можно третий нож сделать. Ножи очень полезная штука. Это не только ценный мех, как говорится. Вот Элли, я вроде нашел твои любимые комиксы. Дикие звезды, глубокая фаза. Еще один комикс. Книга 10. Пока что генератор фазового сдвига надежно скрывает фон Неймана и его экипаж от сенсорной сети странников, но с каждым прыжком вглубь их межзвездной империи надежды на возвращение остается все меньше. За 3 дня было пройдено около 1/4 радиуса галактики, еще через 2 корабль будет у планеты странников, если ничего не случится. А как машина победила? Никак, от нее нельзя победить. Ну я так понял. Убежал? Да. Дымовыми бомбами отбрасывался и убегал. И потом он сказал, типа, уф, оторвались, из чего я сделал вывод, что, ну, надо было от нее убегать. А бомбы пытался или молот? Молот он кидал, и бомбы кидал, она, короче, просто едет по молоту, и все. А бомба на нее не взрывается. Ну, встретили мальчика и дядю. И чё они? Ну, типа, ведут нас в свое убежище. Чтобы съесть, наверное? Ну, сказали, вместе безопаснее. Боюсь, что чтобы съесть. Не уверен. Вон они. Почему-то в таких играх, по-моему, все время. Если кто-то тебя куда-то ведет, то это чтобы съесть. Да не, мальчик вроде такой маленький. Ну, что значит съесть? Ну, они пришли в город за припасами, наверное, у них есть припасы. С другой стороны, сейчас была целая комната со стафом, поэтому я даже не знаю, что еще создать-то. Значит, эту штуку создам. Еще одну аптеку. Еще один нож. Какой-то вообще... Стоп-стоп! Не шумите. Ох, не подходите к окнам. Их нет. Долбанный грузовик. Все время ездит за нами в этом чертовом... Сэм, что ты делаешь? Ничего. Выброси это. Мой рюкзак почти пустой. И какие у нас правила? Совсем ничего не вижу. Правила? Какие правила? Берем только то, что нужно. Точно. Ну, пошли. Эй, а чё робот? Ладно, взял бы робота. Далеко ещё. Близко. Очень близко. Ну, слушай, это просто игрушка там какая-то мелкая. Суровый какой-то дядька. Твой тоже девчонку заменял? Ну, это пока. А теперь он у неё даже свой ствол есть. Она из него даже стреляет, когда меня убивать пытается. Уже не оправдывается, а такая просто шарашит из пистолета. А, понятно, они за мной. Черт. Кто нашли? Элли, прикрывай. О, видишь? Ладно. Сэм. Опа. Ладно. Вдруг его упустили. Ладно. Подежурь тут, я тоже пойду осмотрюсь. Не увидит. Так. Можно вот там забрать, да. Опачки. А, еще и двое. Чего не надо тихо? Блин, они ходят по кругу, что ли? Можно опять поиграть, найди труп. Можно, да, сделать найди труп, но... А, нет, они тогда сагрятся все в кучу, да? Да. Их там заманаюсь разбирать.
Блин, они что, решили больше обратно не приходить сюда, что ли? Должны же. Так, вон тот идет. Там, походу, какой-то дом. Можно попробовать в него и в нем всех потихоньку это. Смотри, полез куда-то наверх, ушел. Так, 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 так. Блин, далеко. Слез. Где этот хрен? Тут они уже очень близко за ручки. Не, ну в доме только, да, наверное. Туда еще добежать надо. Можно попробовать сейчас. Сейчас попробую. Покинуть, чтобы они узорили. Не особо спрячется, однако не особо иду. Блин, они сейчас вдвоем сюда придут, что ли? Ага, прячься, один уже свернем. Это он сделал. Твою мать! Блин, не успел. Опять поставился, короче, ты обулево, брат, почему ты право? Право вызвало еще не чувак видно. Получил. Ну ладно. Так. Неплохо, старик. Патроны взял, ты? Не, ничего не взял, сейчас возьму. Лезь на этот грузовик. И ударим первого. Да, да, да. Обучающий стелс. Как не надел? Ну почему как не надел? Типа в тренировочном режиме. Так, все, больше чего-то нет. Слушай, а как они сюда попали-то вообще? А, они слезли тоже с этой машины. Здесь вообще... Ты видел? Осторожней там! Какой же ты стелс? Сядь! Эй! Все-таки, походу, все подряд стелсом пройти нельзя. Ну, как вот такое? Нет, тут надо было успеть просто сесть на тело, чувак сел. И они бы меня не заметили? Я думаю, да, ты просто стол состоять, то рядом с тесом. А потом это из лука их потихоньку, что ли? Или как? Все равно... Как обратно? Ну, они же все равно здесь сидят. Нет, они бы тебя, наверное, не смотрели в твою сторону. Ага. Они, может, отвернулись бы и тоже ходили бы туда-сюда. Ну, может быть, так, ладно, чек. Я не знаю, конечно. А главное, он ведет нас в убежище, но почему-то это по дороге будет убежище. Они ведь рядом. Ключ только у меня. И откуда взял? Убил тут одного. И забрал. Все прошли. Да подожди, а тут столько всяких разных мест полезно. Ну ладно, я думаю, мы можем потом. Тебе 14? Почти. Не, подожди, он сейчас дверь закроет. Да. Ну здесь, кстати, ни черта нет. Не, есть. Жетончик. Жетончик. Ну даже смотреть нет. Ничего.
Ну, вроде все, да. Ключ закрыл, дверь и все. Ну, и типа ключ есть только у него, поэтому другие сюда не попадут. Ну зачем, у них же нет, они добрые, у них нет фантазии. Дверь закрыта, значит, все. Значит, там ничего нет. Да что ты? Да куда ты дерешься ты? Записка о суде. Мы устроили суд над подростками, убившими 7 беженцев. Я был уверен, что их накажут за нарушение кодекса. Вместо этого босс заявил, что они занимались снабжением группы. Я не поверил своим ушам. Но это было еще не все. Он приказал нам всем охотиться на выживших и приносить их пожитки в лагерь. Все надолго замолчали, потом мы начали расходиться, и тогда... Двое наших закричали, что они протестуют против нового закона, что босс не имеет права отдавать такие приказы, что они сражались не за это, а потом их, единственных, кто осмелился проявить хоть какую-то совесть, убили на наших глазах. Больше протестов не было. На следующей неделе моя очередь идти на охоту. Вот так вот. Суровые законы военного времени. Хочешь кушать? Кушай. Не верстак случайно? Нет, не верстак. Это этот самый? Ну, это Кульман, Кульман, да. Верстак. Нет, я имел в виду, что в игре обычно верстак, где можно улучшать свое оружие, он какого-нибудь под... Какой он тут верстак, видишь? Ну так, почему нельзя... Лотеры. Почему нельзя улучшить свое оружие в месте, где, так сказать, жили инженеры? А почему я это должен делать в подвале в каком-то? Обычно. Устав слесарь дядя Вася сидит. Ну-ка, что тут? Непонятно. Вообще непонятно, что написано. Не могу разглядеть. Это ж надо было так это нарисовать, что... Картины... Ну, кстати, такая-то. Интересно, не рабочий? Мы пришли. Ну да. Да? Ну какой-нибудь чертежный этот. Смотри, ну чертежи валяются. Нет, им для разработчиков не дают. Может быть. Ну то есть берешь настоящий рабочий стол, там входит. Ну смотри, CEO. Колин Ракена. Спензер Архитектур. Архитектур. Вот это мой кабинет. И давно вы тут отсиживаетесь? Пару дней. Кстати, у нас есть еда. Пошли. Черника, у нас ее тут полно. Не хочешь? Нет. Да расслабься ты, тут чисто. Почему вы еще здесь? Момента дожидаемся. И? Пока не было. Вот. Смотри сам. Видишь этих тварей? Целый день они торчат внизу, сторожат этот мост. А вот ночью почти все идут баньки. После заката есть шанс удрать. Как стемнеет, мы прокрадемся. Попробуем. Будь спокоен. Мы все выберемся. Мы хреновый прокрадемся. Надо же. Постой. Ай! Что, синяк набило? Мой пацан уже 1000 лет не улыбался. А ей все как с гуси вода. Так куда вы идете? Говорят, цикады сидят к западу отсюда. Хотим добраться к ним. Да. Что смешного? Ничего, просто в последнее время многие делают ставку на цикад. Да, и может быть неспроста. Значит, ты не знаешь точно, где они, и все-таки тащишь его через всю страну. Знаешь что? С братом я сам разберусь, а ты занимайся девчонкой. Выдохни. Мы с ней тоже ищем цикад. Мы здесь. А это заброшенная радиовышка на окраине города.
Если кто из наших выжил, они будут ждать там, завтра. Если вы хотите с нами, идем сегодня ночью. Тогда нам лучше отдохнуть. Топ фильм Эвард 2013. По-моему, первый раз за всю игру поспал. Он говорит, нам пора. Ну, вот так вот это. Идти придется очень быстро. Твое дело вцепиться в меня, как клещ. Как клещ. Как клещ. Ясно. Вижу, понял. Ну что, вы готовы? Да. Пошли. Так, держитесь рядом, ясно? Так, подождите, подождите, не надо никуда спешить. Ты уже пробовал? Рад слышать. Во-первых, мне интересно. Расслабься, Сари. Интересно, я могу выполнить вопрос? Надеюсь, ты знаешь дорогу. Нет, не могу. Вот, типа, беспалевным фонарем светит. Угу. И так светло, зачем фонарь-то? Что-то. Че, куда он? Вниз? Значит, я схожу наверх. Понятно. Таким грохотом. Ночью в соседнем доме по железной лестнице кто-то бегает. А я не знаю, я не помню. Но вернее всего. Так. Давай с ними по-тихому. Эй, я пойду за тобой. Ладно. Ты как там? Пытаюсь согреться. Как я, говорит, дела? Пойду за тобой. Пристрелили нескольких зараженных, а туристы как провалились. Думаешь, они в городе? Да, они где-то здесь. Так, только двое? Ладно, пойду дальше. Будь осторожен. Сейчас завалим. Угу. Ты тоже. Сейчас завалим. Блин, я думал, что вы из лука. В принципе, неплохо иди. Ну все. Не, подожди, второй того где? Вот он вот. Его тоже из лука, то есть на него фонарем сидит. Сейчас обратно пойдет. А он тупой. Эй, я что-то слышал! Да ё-моё, ну... Что-то со вторым это была плохая идея. Я прячусь, там ещё слева... Это какая-то беги. Так, ладно. Прячься где-нибудь. Еще один.
Ну, в общем, стелс опять не получился. Но вроде они кончились. Нет, это фонарь с вышки. Ремонт. А, нет, еще. Блин, я так патронов на всех не напасешься. Может быть, тут как раз смысл в том, что надо все по-тихому, сколько ты их не это. Нельзя всех убить. Сколько не агри, они все равно будут. Тогда я буду сжечь молот вообще. О, блин, ты охренел. Блин, здесь, как мне развернуть? Что поделать? Я хреново управляю. Команду. Не мышка. Очень большие проблемы есть у меня. Да, четверых. Четверых. Все. А этот стал, кстати, походу не кончились. Походу, столько шума ты делаешь, что, в принципе, бесполезно, кажется, но он это понял. Ну, он типа, да, решил, что как бы ладно. А дети-то куда делись? Все, разобрались. Так, все, разобрались. Блин, тут было 100-500 миллионов вариантов разобраться. Я выбрал, как обычно, самый правильный. Всех убил. Это что ты ужал уже? Нет, показал. Сейчас я подойду буквально через минуту.
Так, я вернулся. Пойдемте дальше. Генри, помоги ко мне. Ладно. Готов? Каждую секунду что-нибудь происходит, а? Стой, стой, стой! Они здесь! Твою мать! Ну вот. Есть! Ну, пошли! Там что-то произошло, я все пропустил. Не расслабляйтесь, мы еще не выбрались. Так, чудесная лестница. Так, ты первый. Все чисто. Сэм, давай. Опа. Ну, теперь ты. Сейчас что-то случится. Готово. Смотри. Вот так. А черт. Быстро, быстро. Или мы успеем, или мы не успеем. Держи! Он не успеет. Теперь тащим его. Извини. Мы уходим. Что? Что за бред? Ну, пошли! Ты что, охренел? Опа. Сейчас. Я с тобой. Вот такой добрый ты оказался, негритянский. В смысле, лечь на пузо, вытянуть за руки, нет? Ну, не знаю. Ну, то есть, с одной стороны, его тоже можно понять. Интересно, а они дальше еще раз встретятся? О, блин. Все равно не использую. Блин. Вроде кончилось. Все хорошо. Кончилось. Видел? Лучше мы их, чем они нас. Труба, это хорошо. Так, смотрим, что у нас тут есть. Я просто этими бомбами ни разу до этого не пользовался. Ну, только когда мы этого толстого мужика взрывали. А так что-то у меня все руки до них не доходили, а тут, видишь, пригодилось. А там в баре ничего не было, погоди. Опа, сейф. А, нет, это не сейф. Те, кто был уже того. Цвет такой прикольный. Так, ладно, раз ты стоишь, то значит мне тоже можно.
Офигеть, таблетки так вот не найдешь. Так просто-то. Давай ползком. Я что-то не понял, как тут надо сделать. Сколько у тебя патронов? Нас же убьют! Что ты предлагаешь? Прыгнуть! Слишком высоко, и ты утонешь. Я тебя подсажу, удерешь. Черт! Поможешь мне плыть? Элли! Спорить некогда! Элли! Отсюда! Ох, аж хруст такой. Не знаю. Генри! Он очнулся! Привет. Мы живы. Ну, что я вам говорил? Он жив! Все целы. Это Сэм вас заметил. Вы уже нахлебались воды и... Не будет орать. Генри, слушай! Эй! Спокойно, Сэм. Ничего он мне не сделает. Ты в этом уверен? Стой! Джоэл! Он бросил нас подыхать. Нет. Я был уверен, что вы выберетесь. Вернувшись к вам, я бы рисковал им. Не подходи. Разве ты бы на моем месте вернулся? Я спас вас. Нас обоих. Мы бы утонули. Ну он же суровый, у него это. У него же это. У него в начале. Не поверишь, я рад, что мы нашли вас. Радиовышка за тем утесом. Слышь, там будет полно еды. Порадуйся, что не убил. Мы посмотрим по окрестностям, что тут есть. А, погоди, надо. Понятно, опять через полчаса будут всякие... Вот это мощно. Ты как? Нормально. Ну, а чё, нет? Пошли искать радиовышку. Я почему-то бегаю медленно. Это немного раздражает. Вон там корабль. Может, заглянем? Корабль тоже заглянем. Везде заглянем. А ее же видно. Ну я понял, что ее видно, но все это сидят. Осторожней там! Типа да, я его взрывчатка вижу. В жестяной банке, а ножницы как поражающий элемент. Они даже торчат из нее. Нет, ну ты видишь, что они торчат. А вот она так и выглядит, да? Вот. Ну тогда это странно вообще. Ножницы.
Так, выйдем. Почему он не может быстро бегать в открытом мире? Интересно, эти люди начали все дохнуть, да? Да. И цивилизация почти погибла. Насколько техногенные катастрофы? Сильно, насколько случилось? Мне кажется, задача, да? Бутылка бухла. Наверняка сквозной туннель. А, слушай, это проход дальше. Да. Ну, я думаю, так много времени еще не прошло же по сюжету игры. Хотя они уже лагеря построили. Вообще-то дома уже прилично размыкаются. Да, стекол нет. Не сказать, конечно, что ничего, что тут прям еще лазить и лазить. Ладно. Не сказать, конечно, что прям сильно все разрушится, но уже достаточно, чтобы не вполне. Плюс есть же всякие ядерные станции, атомные, наверное, не только стоят же в спокойных местах. Например, в той же Японии. Ну, на самом деле, для... Нет. Пройдет 20 лет, пару-тройку ты ездишь в воскресенье, никто это не фиксит. То есть, и вообще, это чисто все это мы. Ну, и в других местах тоже такое может быть. Ой, еще один. Античастицы. Книга 11. Из-за навигационной ошибки фон Нейман попал в корону белого карлика. Корабль сильно поврежден, а экипаж на грани конфликта. Лишившись маскировочного генератора, фон Нейман вынужден прятаться в соседней туманности. Теперь Даниэле будет не просто вернуть доверие экипажа. Ой. Стоп. Ну ладно. Описка корабля. Что ж, похоже, я слишком долго бегал от судьбы. Моя морская прогулка подходит к концу. Припасы на исходе, а кораблю уже давно пора в ремонт. И знаете что? Рано или поздно это бы все равно случилось. Так что придется вернуться к людям и посмотреть, что от них осталось. В конце концов, хуже быть уже не может. Если найдете мой скелет, постарайтесь не наступать на череп. Спасибо, Иш. И мой хозяин корабля. Тут не пройдешь. Вместе. Давай! За дело. Лезьте, пока держим! Так, держу! Теперь ты... Я чувствую, теперь нас ждут зомби.
Так, на этом я пока прервусь, мне там еду привезли. Поэтому притормозим чуть-чуть.